каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темные Лица Геймс, меня зовут Дима. Мы продолжаем по Хайтигу Мстители. У нас прошла 13-я часть игры под названием «Возвращение Могучего Мстителя». Перед тем, как мы начнем проходить данную прикольную серию, я хочу сообщить важную информацию для тех, именно тем людям, кто любит видеоигры, как и я. SVP Games совершенно бесплатно может забрать две халявные игрушки – Watch Dogs 2 и Футбольный менеджер. Ссылка на эти игры будет закреплена в комментариях. Они реально того стоят, я уже их забрал. Раздача продлится с 24 сентября до 6 часов вечера по московскому времени. Еще раз повторяю, ссылка на эти игры будет закреплена в комментариях. Забирайте их поскорей. Эти игрушки того стоят, правда, они очень классные, прикольные, интересные. Реально, забирайте. Я думаю, это была для вас полезная информация. Я желаю всем приятного просмотра. Как тебе это дерзкое спасение в последний момент? Соскучился по комплиментам, Тони? Встретимся на капитанском мостике. Мы застали АИМ врасплох, и надо не упустить это преимущество. Ладно, ладно, любезности потом. Понял. Это просто пристрастие. Ого, ну-ка, давай посмотрим. Привет, милые. Скучали по мне? Конечно, конечно, Наташа. Ай, классная супергероиня. И кем же я буду сегодня? Давай посмотрим, Наташа, что у нас с тобой есть. Какой внешний вид у нас есть. Ну, увы, Наташа, у нас пока только два. Классический стелс-костюм и тактический костюм. Поэтому я не знаю, какой взять. Я хотел бы какой-нибудь еще другой бы взять себе бы, а? Тут прикольные костюмы есть. Реально, на самом деле, много разных костюмов. Ну, правда, этот костюм не очень, а? Старк-тек, не очень. Так, ладно, навыки у нас получается, Наташа. Так, что бы нам можно тебе прокачать? Кстати, я думаю, реально вам полезную информацию сообщу. Правда, эти игры того правда стоят, а? Реально, они очень классные, прикольные, интересные. Кстати, говоря, спасибо вам всем за вашу поддержку, ваши комментарии, лайки и подписку. Реально, вы помогаете развитию меня и моего канала. Потому что я вижу, что вы цените мои видеоролики и мои старания. Я стараюсь еще больше. Так, что же нам прокачать? Давайте все-таки вот эту штучку-дрючку, а? Нам нужна эта фигня, потому что я не в вчерашней серии так вот спесиво, реально тех ублюдков гасить. Это пипец просто было, на самом деле. Так, ну тут у нас что такое? Вау! Ближний бой, конечно, минус, но зато защита и дальний бой. Поэтому тут уже максимум прокачано, да, берем. Тем более прокачка-то есть. Вау! Видите? А мы боялись, а? Ну вот, намного лучше. Тут фу, ближний бой. Так, что еще можно прокачать? Перчатки, давай. Ах, вау, Наташа просто огонь. Ну-ка, сводка. Так. Высший криосинтоид, извините. Просто столько этих синтоидов, что, блядь, всех не запомнишь, а? Одним разом. Так, что там еще у нас есть в сводке, а? Так, тут получается у нас... А, Моника, Рапачи. Рапачини, извините. Блин, надо быть внимательнее, а? Вадика, все, будь внимательнее. Так, получается, это у нас Адаптоид, да, эта тварь такая сильная была, блин. Нихило повторяла за мной движение мои все. Реально умная тварь. Так, оу, блин, этого тупого Тарлтона, их дохера. Так, ладненько, давайте, знаете, что еще думал? Перед тем, как сейчас миссию вообще, я думал сходить в комнату вред, а? Это всего лишь один раз был. Сколько лет прошло, а я с тобой никак не расстанусь. Прикольненькая игрушка, а? Это отсылки к фильму, а? Черная вдова, ну, может быть. Так, ладненько, черная вдова. Комнатка у тебя прикольная, классная, уютная. Пойдемте уже в каюту. Так. Ну как? Чуть-чуть повыше. Есть. Да все восхождение Химеры. Ого, нифига себе, нелюдь, какая крутая. Молодец, блин. Чуть-чуть. Супер. Так, ладненько, получается у нас... Ага, Тони.
Ого, фабриката создания предметов внешнего вида. Так, теперь на капитанский мостик. Ага, понял. Пойдем поговорим с Камалой сначала. Думаю, мы успеем к доске мостика. Я хочу с ней поговорить. Знаете-ка, я хочу еще, знаете, что сделать? Пойти все-таки в комнату вред, на самом деле. Так. Доброго тебе дня, герой. Заходи, узри мои товары. Ну давай, давай. У меня есть множество диковинных вещиц. Вау. Нифига себе, реправда, нужная вещица. Это кричит под это Халку. Так, а что нас добьем? У нас что можно? Это у нас... Кому это у нас? Без понятия. А, Женя Человек тоже все нарисовано, а? Че, я слепой, что ли? Вот у нас прикольненькая штучка-дрючка, а? Давай возьмем. У тебя глаз на меду. Так, ну... Думаю, Халку взять, да? Или Наташа еще. А, так. Это у нас Наташа идет, да? Наташа Королева. Наташа, думаю. Да будет так. Надеюсь, спасибо. Эта вещь сослужит тебе добрую службу. Ох, вот точно сослужит. Так, ладненько, получается у нас сейчас снаряжение. Я же апнул себе. Ну, ближний бой только минус, зато дальний плюс. Дальше можно прокачаться. А тут уже все, максимум. Поэтому берем. И прокачиваем. Вот и все, блин. Вот видите, всего лишь на немного лучше. Опа. Вот и все, вот видите. А вы боялись, а? Так, блин, жилет пока что не очень. Зато можно его прокачать. Ну, думаю, я его возьму на самом деле. Ну-ка, ну-ка. Ха-ха, видите, он уже лучше стал. Ха-ха. Не, реально, на самом деле, я прикольно взял. Так, все, максимум, нет. Так, тут уже все по минусам. Видите, я прокачал Наташу. Так, жить круто, да? Так, сводка, быстренько пройдемся опять же, а? Так, получается у нас, ага, возрождение Химеры. А, наша следующая серия вот это будет. Понял, понял. Ну, почему бы и нет, прикольненько на самом деле. Вау, супер, класс. Ну, ладненько, все, погнали. Так, давайте к Камале подойдем. Спасибо за... Да за все. Ты не представляешь, как помогла мне Камала. О, доступна награда функции. Слушай, ты же много времени провела с Брюсом. Думаешь, он сможет поговорить с Моникой? Он немного психует, но я в него верю. И все же, пойду скажу ему пару слов в поддержку. Да, хорошая идея. Мне бы это помогло. Камала, ну-ка, давайте поговорим с тобой. Похоже, ты набираешься сил. В тюрьме мне солоно пришлось. Но скоро я вернусь в строй. Я очень рад это слышать. Ну, мечтаешь я. Мечтаешь опробовать новый имидж? Сейчас самое время. Ну-ка. Считай мой магазинчик филиалом своего путяного шкафа. Да, только боюсь, мне ни на что не хватает, а? Тут уже 4500. Тут нужно вообще, блин, классные костюмчики, блин. Особенно Халка, Чилга, костюм в полоску. 7000, блин, походу мне придется очень долго копить. Я думаю, вот эти эмблемы и жесты, я без них обойдусь, так что, извини. Давайте хотя бы вот это прокачаем, а? Расшатанный, ха-ха. Вау, а ну-ка тут эмблема. Ваника, спасибо. Тебе что, жалко девушку кофейком угостить? Извини, извини, мне точно жалко. Так, Ваника, с кем же что поговорить? Давайте поговорим с тобой. Агент Романов. Как они? Восстанавливаются. Они через многое прошли. Спасибо, что нашли их. Дайте знать, если что-то будет нужно. Ну вот я рад, что с ними все хорошо, правда рад. Не будешь же говорить, что я рада. Как дела с системой безопасности? Полный бардак. Пытаемся заново подключить сетку. Поэтому шлюз не работает? Да, мэм. Скоро все починим. Ага, ага, окей. Так, Сидни, Гайфер, Ливини, торговец франкции. Ну, думаю, к нему мы, в принципе, можем сходить на самом деле. Или нет? Не можем. Так, ладненько, нам сейчас куда сходить надо? Так, давайте сходим... Опа! Ну-ка, тут у нас что? Раз, 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 раз. Мы в эфире? Хорошо. Ладно, продолжаем. Атмосфера возбуждения царит в Нью-Джерси и в парке героев, где собравшиеся с нетерпением считают часы, остающиеся до начала нового мероприятия АИ. Согласно обещаниям главы АИМ доктора Джорджа Тарлтона,
Нас ждет ни много ни мало беспрецедентное шоу, в ходе которого общественности будет представлен новый пакет революционных технологических достижений АИ, в том числе новейший ИИ для адаптоидов. Даже по прошествии 5 лет АИ по-прежнему не сбавляет обороты. Как человек, освещавший зарождение века героев и сопутствовавшую ему волну оптимизма и надежды, замечу, что происходящее сейчас напоминает те события, но при этом воодушевляет еще больше, потому что на этот раз в основе технологического ренессанса, меняющего наши жизни, лежит обычная человеческая изобретательность. Трудно поверить, что еще 5 лет назад мы все оплакивали гибель одного из наших прекрасных городов. Мы прошли немалый путь, и если вы спросите меня, то, по-моему, мы с вами живем потрясающее время. Вы заметили, он переговорит, да, губы не двигаются, да, все-таки Бак присутствует, да, мне говорили о нем. Так, а ты кто у нас? Держись, ладно? Стараюсь, но чувствую такое бессилие. Надо отплатить АИМ за все, что они сделали. Отплатим, клянусь. Хорошо, я готова сражаться, только позови. Позову, у тебя прикольная шляпка. Аня, пойдите к Сидни сходим, а? Что-то там полезное он для нас припрятал, а? Правда, как к нему попасть, если получится тут у нас нифига не работает? Блин, как к нему попасть на самом деле, а? Ваника, Камава, поговорили с тобой, все, погнали, кто не? Приветствую тебя, отважный герой. Опа. Лаборатория Моники. Да, сейчас мы будем допрос проводить эту тварь, а? Опа, это комнатка кого? Камава. Как прикольно, что можно в любую комнату зайти, а? Так, ну тут нам, в принципе, на самом деле, что, нас тут делать нечего? Комнатка такая поуютнее стала, на самом деле, а? В последнее приходит, а Камава, правда, прибралась? Молодец. Получше стало. Или молодец, Ваника. Пойдемте, нас уже Тони просто ждет, а? Вау, так, поговорите с Тони, уж там много стола. Окей, это его комната, в принципе, ладненько, не будем к нему заходить. В принципе, у него не так все хорошо. Так, получается, я хочу попасть туда к Сидни. Ну вот, ладненько, потом сейчас к нему придем. Хотя, честно говоря, хочется забрать награду, а? Блин, Наташа просто огонь. Есть, командир Хилл. Кажется, будет подкрепление сделано. Прибыло. Ну-ка. Это все, что мы знаем. Надеюсь, этого хватит. Я знала, что на тебя можно положиться. Превосходно. Спасибо. Борьба с титанами. Босс-экспедиция. Ого. В регионе ЧП помогите Читу нейтрализовать угрозу. Поверьте в сектор злодея. На самом деле, надо это сделать будет. Реально, а? Почему бы награды не получить, а? Мне реально нужны всякие прибамбасики, а? Спасибо тебе тоже. Отлично сработано. Продолжай в том же духе. И может быть, я снова смогу спать по ночам. О, окей. Помогу тебе хорошо поспать. Так, фабриката. Я думаю, к фабрикатору сказать, может что-нибудь, да, может будет апнуть на самом деле, а? Какой-нибудь эпический суперский костюм еще один в черной вдове. Почему бы и нет? Кстати говоря, реально, я думаю, я, по-моему, полезную очень инфу сообщил по поводу игр. Так, доступна награда франкции. Посетите Сидни Левина, чтобы получить свои награды. Так, извини, Тони, давай я быстренько схожу к Сидни. Окей? Окей. Сбегаю. Опа. Патроны. Прикольно. Видите, полным ходом стойка идет, так сказать, восстановление Химера. О, как классно, не то не в конце прилетел. Ага, молодец, даешь честь. Так, тут у нас получается что? Тут у нас люди. Подожди. Опа, что-то еще одна какая-то штучка-дрючка. Опять в лаборатории Моники, а? Коллекционный предмет. А, там они еще опять меня будут говорить, а? Ну давайте-ка, думаю, в конце серии лучше послушаем или не будем слушать, а? Так, подождите. Мы собирались идти к Сидне, да? Ну, к ним и пойдем. Ай, блин. Наташа просто огонь. Блин, прикольные способности у нее. Так, получается, я тут изначально был, а может туда попасть? Так, это комната Хаука. О! Давайте пойдем поговорим с Брюсом, а? На самом деле, надо было с ним поговорить. Если он, конечно, тут, а? А нет, Брюса тут нет. По-моему, он был в Стоне, а? Ну, у него тут, видите, прикольно, классно.
на самом деле. Реально актерская комната. Как ни странно, как Шурхалк тут правда ничего не раздолбал. Это реально очень странно. Блин, классная способность, я не могу не смотреться. И вообще, по сути, Гай классная. Блин, очень сильно, да, название «Возвращение могучего мстителя». Но, блин, я вообще походу дело, как я понимаю, я пока не могу быть в Сидне. Так что придется поговорить с Тони, увы. А так, где у нас Тони? Ага. Ладненько, пойдемте. Это какого-то... Так, фабрикатор. Пойдемте в фабрикатор сходим, может что-нибудь да можно апнуть. А говорят, что это я люблю переодеваться. О да, прикольные костюмчики, ничего не скажешь, Тони, молодец. Реально, тут же прикольно обустроил, классно, не бы такое кресло бы, реально супер кресло. Так, ладненько, Наташа, может что-нибудь да можно апнуть, а? Доступно высокого уровня снаряжения. Ого, опа-опа, ну-ка, что это у нас? Не зря я сюда пришел. Ой, подожди, да. Ух ты, еще патроны снаряжения, вау. Так, увы, но нифига у нас нет, да? Блин, да шкурю, очень раз убеждаю, что надо в кооперативе с кем-нибудь поиграть, а? Чтобы прокачать себе героя. Так получится снаряжение, да? Так, дальний бой минус, зато все остальное у нас получится тут три раза, тут три раза тоже. Сноровка, точность. И что думаю, я лапну себе. Ах, так, давайте дальний бой. У нас, в принципе, того и того нет. Давайте пока сначала мы сделаем дальний, потому что тут плюсом везде. Да, это мы берем. Так, что еще там было? А, по сути, как больше ничего, да? Ну ладно, так, коллекция. Получается, у нас тут пластинок аж 7 штук. Ну, я думаю, мы не будем слушать на самом деле, что будут говорить она. Хотя, можно, в принципе, одну запись послушать. Я обладаю достаточными познаниями в психиатрии и бихевиоризме, чтобы диагностировать и категоризировать свои душевные болезни и патологии. Я себя не обманываю. Я понимаю, что химия может повлиять на мой разум, и что я несу полную ответственность за это. Однажды, чтобы исключить возможность необъективной оценки, я пригласила лучшего психолога и рассказала ей обо всем без прикрас. Она изо всех сил пыталась скрыть свой ужас. Пустая трата времени. Она все искала травму, сделавшую меня такой. Ей так хотелось найти объяснение моей тяги к контролю, реакцию на раздражитель. Конечно, настоящий ответ слишком пугал ее. Она даже не стала его рассматривать. Я тень, которая возникла без света. Я стала такой не в результате травмы, а по свободной воле. С моими возможностями, с моей властью. Разве был другой выбор? Я бы предала свой собственный вид. Потом я приказала ее убить, как и было задумано. Тварина, ладно, следующую запись уж не будем, а? Понятно, что Моника тупая дебилка. Тут, в принципе, все написано. В принципе, можно послушать. Ну, а я не хочу время, честно говоря, тратить на эту дуру, а? На самом деле. Понятно, что она на голову долбанутая. Так, погнали уже к Тони, а? Опа, опять доступна награда функции. А, да, точно. Только как не попасть к этому Сидни, я не могу понять. Я вот не могу до него дойти, а? Вот, Ваня, думаю, потом. Сначала поговорим с Тони, потом пойдем. Тут Тони заждался уже нас. Давай поговорим, Тони. Что ж, Тони, наша задача показать миру истинное лицо Аим. И сейчас самый подходящий момент. Практика Аим на Манхэттене. Тарлтон представит новых адаптоидов. Там будет вся пресса. Идеальное место для неожиданного появления десятка пропавших нелюдей. Придется быть осторожными. Они скорее убьют пленников, чем позволят себя разоблачить. Надо найти лабораторию и взять ее под контроль. Повезло, что правая рука Тарлтона у нас. Если кто ее и расколет, то только Брюс. Он уже вызвался. Неплохо, Тони. Иди в комнату для допросов. Я скажу, чтобы Брюс готовился. Мисс Романов, доктор Ким хочет поговорить с вами у штабного стола как можно скорее. Смотрю, ты собрал старых друзей. Ты про ребят из щита? Ага. Мария собирает старую гвардию. Одолжила нам несколько человек в помощь. Я рада, что командир Хилл еще борется за правое дело. Я тоже рада. Так, вот, надо к Пиму подойти, да? А где у нас Пим? Так, Пим. Третий, доложите обстановку. Не верится, что тебя нет с нами, Кэп.
так нужен сейчас. Согласен, Кэп очень нужен. Вау, комикс найден. Так, ладно, где Пим? Где он? Так, это Тони. Так. Ага. Да, блин, я потерял этого Пима. Так, где же ты у нас, а? Да вот я потерял Пима. Где он, честно, извините. Тони. Ага. Брюс. А Пим-то где? Куда надо подниматься это, блин? Ладно, думаю, наверх надо подняться. Так, ну, что-то штабной стол. Штабной стол, вот он. Где Пим? Может, я пропустил его, может, я не вижу. Не знаю, Ваденька, надо найти его. Так, тебя мы знаем, агентщик. Так. Подожди. Опа, еще какая-то фигнюшка. Не знаю, что это было, но да ладно. Нет, так. Так, где Пим? Я не могу понять, я найти не могу его. Где он? Ой, это Камала, все, надо здесь нехрен делать. Ай, заблудился в двух березах. Где же этот, ёб твою медь, Пим, Мим? Мои товары в обмен на твое злато, ежели оно у тебя есть. Ух, спасибо, спасибо, но у меня пока ничего нету, а. Так, ладненько, походу я опять пропустил Пима очередной раз. Все, больше невнимательный я, не извините, конечно, за это меня. Я просто так Наташу засмотрелся на Наташу, но она просто реально классная. Так, где же ты, ну давай, Пим, я знаю, как ты выглядишь, что-то найти тебя не могу, а. Блин. Уже с Тони поговорил, уже... Тоже... Как успехи с консолями? Ха, установка весьма... Опа, еще один. Но для наших задач ее хватит. Отлично. Вау, поезд бессмертный был. Стреляй, ого, ого. Давайте поговорим все-таки, так что быть с Брюсом, а. То этого Пима я не знаю, где найти. А можно поговорить с ним? Пока нет. Серьезно? Пока Пима не найду, не поговорю? Так где этот Пим? Ну какого лешего? Ну... Сообщите, если что-то изменится. Я понял уже, но я не могу найти его. Где он? Где Пим-то? Может быть... Привет из муравейника. Наташа, спасибо за помощь. Я так тупил. И за всю твою работу в качестве танцовщицы. Я-то все гадал. Что это за ангел-хранитель? Обращайтесь, Хэнк. Порой для важной работы нужны грязные руки. Это верно. И как вам удалось подключить Химеру и поднять ее в воздух без Терригена? У Химеры двигатели того же стандарта, что и у старых геликарьеров. Она, как бы сказать, гибрид. Но классный гибрид. Подозреваю, что вы нам позвонили не только, чтобы поблагодарить нас, доктор. Честно скажу, не только. Мы изучили данные, которые вы прислали мне из тюрьмы, а им смогло перевести большую часть нелюдей. Я отследил корабль. Кто-то должен его догнать. Мы сделаем все, что сможем. Спасибо. Я отправил детали задания на ваш штабной стол. Конец связи. Мисс Романов, добро пожаловать на Химеру. У меня есть информация о потенциальных перебежчиках АИМ, о которых вы сообщили мне еще будучи танцовщицей. На штабном столе я отметил области, которые могут быть вам интересны. Спасибо, Джарвис. Я рада, что ты снова помогаешь мне с данными по заданиям. Как в старые добрые времена. О, доступный новый герой, в списке доступных героев добавляет черная вдова. О, доступна культовая экспедиция. Ну, я думаю, в следующей серии, вообще просто в этой серии, сыграть хоть одну экспедицию. Либо за Халка, либо за Женя-человека, либо за Черную Вдову. Реально классная экспедиция. Я хочу в них сыграть, получить культовый костюм, а. Так. Ага, получение 8 штук целых, а. Офигеть. Так. Угу. Давайте так, пустыня в юге. Получается, реально надо будет сыграть. Так.
И куда нам идти? Ничего такого не узнаю, я посмотрел, все такое, тут, в принципе, мы одну прошли уже, я думаю, это либо все лекции писать проходить, как тренировки прохожу, так как они бывают даже задвигались на час, лучше я их без записи пройду, а потом просто покажу комиксы, а? Честно говоря, лучше так, а то эта миссия получилась у меня на целый час, я был в ахере, вот именно просто я играл. Я хотел записать изначально, типа, ну, в серию вставить ее, не получилось нифига, потому что она очень долгая была. Так, ладненько, мы от самого главного отошли, пойдемте, поговорим с Брюсом. Он, наверное, уже готов поговорить. Так, доступна награда фракции. Фракции, я все знаю, знаю. Давайте поговорим. Я думаю, он уже готов. Допросить эту тупую, мразискую Монику. Как тебе вид? Не так хорош, чтобы отвлечь меня от того, что ждет внизу. Но я готов. У меня нет выбора. Ладно, я подготовлю комнату допросов. Если захочешь поболтать, свяжись по рации. Спасибо, Над. Мне просто надо кое над чем подумать. Ладно, смотри, не слишком загоняйся. Так, ну, Марсель, допрос. Привет, Над. Раз Рой сумел достать все ядра питания для Химеры, я подумал, что ему лучше остаться и помочь вам с экипировкой. А на его место в муравейнике мы переназначим какого-нибудь робота АИМ. О, доступен торговый снаряжение. Я знаю, знаю, Хинпим хочет помочь мстителям приготовиться к битве. Спасибо, спасибо. Так, ладненько, допрос с пристрастием. Куда нам идти? Так, получается, агашки. Пройдите в ангар. Давайте пойдем в ангар. О, спасибо. Над, я собираюсь поговорить с Моникой. Она искусный манипулятор. Ты ведь понимаешь? Я хорошо знаю Монику. Нет, не знаешь. Существует тысяча Моник, и она меняет их как маски. Да. Слушай, я просто хочу сказать, если ты на что-то надеешься, она этим воспользуется. Так, подожди, подожди. А, мы, в принципе, правильно идем. Доброго тебе дня, герой. Ну-ка, ну-ка, заходи. Что-то еще новое появилось. После моего отсутствия, так сказать. Так, получается, это у нас кто? Это у нас Халк, да? Точность? Ну, тут у нас черных два, не хватает, а? Ладненько, в следующий раз, спасибо. Стало быть, ничего. Спасибо. Да, ничего страшного. Пошлите к Монике, допросим ее. Морду ей набьем. Все выходы под охраной? Да, мисс Романов. Хорошо. Шлюзы открывать только для меня и доктора Беннера. Вам ясно? Да, мэм. Запускаю блокировку открытия шлюзов. Давай. Так, пойдите в комнату для наблюдения за запросом. Рядом. Ты работала с Моникой довольно долго. Она изменилась, да? Нет, знаешь, если честно, я сомневаюсь, что она тебя любила. Но если вдруг, если она проявит чувства, используй их. Это твой козырь. Всегда ценил твою жестокую честность, Над. Ты справишься, Брюс. Деваться просто некуда. Надо отыскать оставшихся нелюдей, прежде чем заявиться на практику АИМ. Опа, ящик. Ну, перед тем, как пойдем, мы посмотрим за запросом. Давайте быстренько откроем этот крутой ящик. Так, так, так. Ага. Получается, я, блядь, сейчас буду играть за, ну, суперкрутого мстителя возвращения, который, я думаю, думаю, вы знаете, кто он такой. Но тем не менее, получается, сейчас я играю половину серии уже за Наташу, опять же. Вау! Ну-ка, принял. Ух ты. Вау, вау, вау. Ого. Нихило так, а. А прирост крутой получается. Так, мне нужен черный вдове на самом деле, а прирост. Поэтому возьмем, давай. Ха, отлично! Так, все, больше пока. Спасибо за покупку. Опа, еще ящик. Да, получается, по усилию я буду играть за черный вдову, получается, играю. По усилию я буду играть за, ну, того мстителя, самого крутого. Думаю, одного из крутых. А, ну, вы многие, думаю, спойлеры не хочу. В принципе, вы так типа поймете, и так знаете, а. Он очень крутый и классный. Так, ладненько, нам куда надо вообще идти на самом деле? Так, подожди, во. То есть заблудился. Сколько ж тут людей, а?
У них классные пушки. Так, где Брюсик? Интересно, Наташа вообще встречалась с Брюсом, а? В этой вселенной. Она надежно заперта. Это комната, чтобы удерживать Халка. Никуда она не денется. Хорошо. И, кстати, не впускайте никого, кроме доктора Беннера. Принято. Ну чё? Здесь сюда она, походу. Ну что, мы готовы? Да. Да, Тони, готовы. Ну-ка, только подожди, поговорю сначала. Думаешь, у Брюса получится разговорить Монику? Думаю, да. Нам нужно найти лабораторию Тарлтона. И кажется, он готов. Надеюсь, ты прав. Этот разговор может плохо кончиться. Поэтому мы и проведем его в манеже здоровяка. А, я понял, на что намекает Наташа. Может, появится Халк. Запасаюсь. Думаешь, справится? Первая встреча самых слушаний. Если сорвать Тарлтона на вечеринку, он всех убьет. Практика им. Ну и название. Слушай, нужно найти лабораторию. Сотни нелюдей в опасности. Так танцовщица, да? Думаю, ты бы назвался Рокетмен. Нет, вообще мимо. Как там у Элтона Джона? Шоу начинается. Дай угадаю. Планируете выступить на презентации адаптоидов? Триумфальное возвращение мстителей. Темницы и пытки. Так Аим строит дивный новый мир. Но хватит. Эбола и Оспа убили бы нас, если бы не подопытные крысы. Нелюди не больны, Моника. Ты просто собираешь их силы для своих роботов. Роботов со сложным ИИ, которые применяют силы нелюдей более эффективно. Человеческих жертв минимум. Ну а где лаборатория? Ты можешь воссоздать Терриген, да? Но он всех погубит, ты это знаешь. Помнишь День Мстителей? Если это повторится, в опасности будут не только нелюди, в опасности будем все мы. День Мстителей – ваша вина. Вот черт. Нужен стол покрепче. Кое-что не меняется. Для тебя все на свете эксперимент, да? Верно. Тарлтон. Нелюди. Я. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Адаптоидом быть, Брюс. Спасение мира требует жертв. Я захожу. Нам нужны сведения. Джарвис. Сенсоры засекли приближение войск Аим. Тарлтон пришел за подругой. Нат, Квинджет. Читаешь мысли? Ты со мной. Хорошо. Эй. Ты... Береги себя. Да, и вы тоже. Камала, давай. Погнали. А им не должно помешать нам забрать нелюдей на глазах у прессы. Думаю, Джорджи нас раскусил. Видимо, ты прав, Тони.
Он поднял в воздух целый батальон. Брюс, код зеленый? Сейчас. Дайте мне минутку, ладно? Ого, сетелей бывших не бывает. Сетелей бывших не бывает. Ого. Погнали. Джарвис, следи за нашей гостью. Она та еще штучка. Получается, мы сейчас будем играть и за Черную Дару поиграли, Джарвис, и за Камалу, потом за Супер Дару. Ого. Спасибо, Тони. Еще ящик. Нифига себе, какая же интересная серия получается. Вау, браслетик с искусственной гравитационной взрыв. Вау, подождите. Это просто навыки, вообще вау. Это не могу, я очень кайфую. Так, легкая атака. У нас легких атак вообще мало на самом деле. Поэтому давайте как-то апнем что-нибудь себе это вообще, а? Вау, вот это, супер. Ух ты, больше нельзя, да? Ладненько, так, быстренько снаряжение. Что же нам апнуть? Шестой уровень, не катит. Тут у нас аж 10-й. Вот это да. Вашего ломаем. Апаем. А Камау-то сильнее становится, заметили, да? Ага. И красивее, она реально огонь. Баба огонь. Ха-ха. Так, Вадик, у нас 3. Тут получается у нас выносливость. Тут у нас получается этот. Дрючки, мучки, кучки. Так, защита получается у нас прокачается. У нас защита не прокачается, да? Ой-ой-ой. Ладненько, получается, цель у нас. Атак, карточки испытаний. Ух ты, награда. Нифига себе, я сегодня хоть что-то выполнил, да? Прикольненько, хоть что-то получил. Так, ладненько, получается, снаряга у нас вся уже. Вот, тут у нас будет следующая серия. Я, может, даже эту серию поиграю. Вот такой, типа, по Черной Вдове чисто сделаю серию, а? Так, ладненько, подожди, что-то еще было. Однозначно было. О, понимаешь, говорю. Дальний бой. Так, это у нас все получается. Ух ты. Так, подожди ты. Дальний бой, блин, так вообще жестко делает. Максимум прокачали. Ладно. Камао, вперед! Сителям нужна помощь. Джарвис, ты сможешь открыть? Простите, сэр. Аим закрыл мне доступ. Походу придется по старинке. Так, походу, Камала. Ситуация обострилась. Знаешь что, если выживешь, может быть, возьму тебя на работу. Это было бы круто. Отлично. Возьми на себя роботов. Я займусь этим летающим металлоломом. С удовольствием. Ух ты, нифига себе. Сильная тварь. А давай. Камао, блин. Видите, Камао зависла. Вау. Тони, так. Нужна поддержка с воздуха. Давай сюда, живо. Уже лечу. Джарвис, готовь пушки. Тарлтон вот-вот двинется к тебе. Доберись до диспетчерской. Бей всех, кто попытается подобраться к энергоядрам. Сделай. Ага, все, погнали. Мисс Хан, они пробились в диспетчерскую. Я уже иду. Пожалуйста, поторопитесь. Окей, Джарвис, тут аккуратнее надо быть. Этот тоже занят? Давай сама, девочка, ты сможешь. Защити Джарвиса. Окей, Джарвис, я иду. О нет, они разбивают энергоядра. Держись, Джарвис, сейчас я им задам. Вы вовремя. Кто-то пытается взломать мою систему. Халку передней турбины ломает робота Тарлтона, но нам скоро понадобится подкрепление. Уберите сколько сможете. Вау. А все, Камао, вперед. Серьезные повреждения и систем нижнего сектора. Пожалуйста, мисс Хан, помоги. Держись.
Так, ну и где вся тусовка? На 3 часа. Есть, прикрой меня. Где ты оставил девочку? Девочка, как диспетчерская, расправляется за ним. А у вас, ребята, как дела? Мило. Смотрю, ты уже набила руку в остроумных перепалках, Камала. Проклятый, где Халк? Он на задней палубе. Разбирается с отрядами Арин. Сильные твари, оказывается, да? Теперь грёбаные мудаки. Руки-базуки, руки-деленюки. Ой, как мне нравится за гонца Камалу. Потенциальную вдову сначала играл. Так, где придурок последний? Джарвис, ты еще... Ты? Прости, Джарвиса теперь нет дома, Камала. Довольно! Ребят, у меня тут проблема. Когда твои новые друзья узнают об этом, будет слишком поздно. Осталось одолеть меня. Да, пипец, проблемка жесткая, сказал бы я. Даже скажу, ну, очень жесткая. Мое предложение. И кончить, как остальные нелюди? Нет уж. Почему ты просто не забрал Монику? Зачем это все? Скоро узнаешь. Мстители используют тебя, Камала. Ой, чувак, не заморачивайся даже. Не сработает. Ты такая наивная. Заткнись. Новые друзья подведут тебя. Такие уж они. А я верю в Брюса. Ты же стальный. Я тоже верил. Когда-то. Скоро весь мир вспомнит, что из себя представляют мстители. О чем ты говоришь? Блин, ледяной достал уже. Учите, распишитесь. О-о-о. Как его, а? Видели, да? Вот это круто, это так реально имба. Блин, а серия там начинается, это вообще с крутой. Давай, мудак. Так, защита, защита. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще немножечко. Ух ты, ты что место сам поимеет, а? Жизнь. Чуть-чуть. Есть! Спасибо. Всегда, пожалуйста. Беда, Камала! Ты нужна мне на мостике, живо! Сейчас буду! Моника, она удрала! Ё-моё! Да тут конкретная беда! Блин, мстителям нужна помощь, срочно! Мы ведем репортаж с практики АИМ на Манхэттене и наблюдаем возвращение мстителей. Но они напали на город! Снимай! Снимай! Вау, Тор вернулся! Я так хотел. Случайно ли то, что нападение совпало с днем старта новой многообещающей программы адаптоидов АИМ? О, черт! Вау! Эпичное возвращение. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, придурок. Учтите, я в очень дурном настроении. Вау, вот это понимаю что? Мощь. Тор? Так, с его Одина. Да он прям супер. С ума сойти, Тор. А ты откуда взялся? Я обслуживал простолюдинов, когда с неба пошел дождь из металла. Я неимоверно рада тебя видеть. Многовато драмы, если по мне. Да неважно, он с нами. Да Тор прекрасный, че, вообще супер, блин, какой кайф, а? Хочу фигню порвать, а? Это мне интересно. Так кто еще и летает, зато супер круто, а? Итак, ложный бог вернулся.
Зачем? Ты сделал то, что должен был. Ты отрекся от своей силы. Зачем напоминать о себе? Этому не бывать, пока смертные в беде. Где ты прячешься, доктор? Почему не сразишься со мной? Оглянись! Я повсюду! Понял, понял, жизни нужны. Быстрее, быстрее, Толик, пожалуйста. Погибать не время, погибай. Так, подождите, быстренько, 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 Торик. Внешний вид. Ха-ха-ха, вот это угарный вид, да? Ну я лучше таким видом побуду, а? Это получше будет. Так, получается, Тор Бог Грома 2012. Вау, комикс прикольный. Так, подождите, комиксы еще. Комикс Мисс Марвел, еще один комикс. Ого. Ладно, потом комиксы посмотрим. Так, у нас тут больше ничего такого нет, да? Ну ладно, погнали. Где эти придурки? Показывай. Сильная тварь, а? Ух ты, ё-маечки, наверное. Тварь-то реально сильная, а? Где еще жизни? Опа, ящик вот такой тут, погодь. Подожди, подожди, Торик. Во, видели? Гнев небес, ну наконец-таки, а. Мне очень понадобится этот гнев небес. О, видите, а? Добрые. Похоже, он тоже по мне скучал. Вижу корабли АИМ. Я их вижу. Роботы на тебе. Камала, в порядке? Ага. Я. Сейчас буду. Халк, справляешься? Конечно, да. Чего бы ему исправляться, он супер. Так, напучить эти хрени. Да. А, роботы, я понял, какие роботы имею в виду. Так, подожди. Молот. Без него хреново будет. Ёшкин, твою мир. Так, халк, халк. Да, мне жизни опять нужны. Опять же. Что так, это так, за штуки? Они пробиваются на мосте! Тарлтон их сделал, чтобы разбить Химеру. Забавные штуки, да? Силы АИМ идут к двигательному отсеку. Тони, спускайся! Девочка, за мной. Есть! О, видите, какая способность, а? Как помогает нам. Почему вас здесь так много? Так, подожди, задели мы. Химера продолжает терять высоту. Тор, сможешь поддержать ее ветром? Корабль разорвет на части! Попробую. Вау, гнев небес, это шикарно. Умолкни! Ой, жизни, жизни, жизни. Доступно высоковольтное снаряжение. А, быстренько. Так, снаряга, снаряга. Так, это щит у нас ближний бой получается, да? У нас ближний бой нужен, поэтому да. Ого! Вот это да! Вот это молот! А видели, как у нас фиговый был. Так, экипочка, экипочка у нас, в принципе, не отличается, да? Опа! Видели, да? Я же говорю, ап так ап. Подожди, давай, Тор. Yeah.
Саш, какой у нас слабенькие силы. А куда это делаешь? Пока тебя не было. Навигация есть, но двигатели пока молчат. Больше оптимизма, Над. Тор, ты бы лучше поспешил. Куда? Чао, какао. Тор, как дела с роботами? Мы теряем мощность, причем быстро. Признаю, крепкие штуки. Погодите. Вот чего добивается Тарлтон. По его плану мы устроим теракт на практике АИ. Не в мою смену. Химера больше не упадет. Несколько дронов движутся к капитанскому мостику. Я сейчас занята. Я ими займусь. Подождите, не время погибать. Чтоб тебя не вижу даже, а? Опять жизни? Подожди, Тор, жизни. Жив, пожалуйста. Кто? Время, не хочу погибать. Так или иначе, этот корабль упадет. Он в панике. Знает, что у нас нелюди и улики против него. Какие улики? Наверстаем упущенное, когда наш бывший коллега от нас отключится, лады? Нет, нет, продолжай. Не портите удовольствие. Так, давай, давай. Спасибо, Тони. Приехал. Отлично. Охранные подсистемы подключились. Все работает. Ага. Можешь включить блокировку? Этим и занимаюсь. Ой-ой. Так, кого он еще там напендюрит? А, подождите. Вот видите, гнев небес. Что там в груди сперло? Помнишь, каково это, блондинчик? Быть в команде. Мне больше по душе лаконичность Халка. Не ссорьтесь, или я вас отключу. Нас к этому готовили. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, пожалуйста. Достаточно. Жизни, жизни. Да чтоб тебя, сука, а? Опять же жизни. Ага, погнали. Ты тупая тварь, а? За них сражается ребенок. Что это как не доказательство их бесчестия? Их трусости. Раз ты их осуждаешь, значит они правы. А Тор-то умный, молодец. Давайте, суку, убьем, уже мы сидели, а. Как дела с роботами? Достойные враги. Или, может, ты просто потерял хватку? Тони, осади! Остался последний козырь, мстители. О, моё, это тут прям гигант просто, охренеть. Ёшкин, с этим здоровяком я могу сам разобраться. Это не нужно. В этом фишка. Ты чего эти твари? Мы убьем, а? Отопствуй, да, блядь, тупого. Да, подожди, это зачем спина? Народ, химера долго не продержится. В двигательном отсеке почти все разгромили. Тарлто, не делай этого! Вы не оставили мне выбора. Так, пушка сначала, да, все идет. Это сильная тварь, а? Да кто это? Очень оригинально. А дальше что? Прическу мою скопируешь? Ах, да! Так,
Беврест. Ага. Так, понял, понял. Ущерб уже нанесен, мстители. Никто не... Камала, Тони, на перезапуск двигателей не хватает мощности. Все, время вышло. Приготовиться к удару. Эй, ты бог грома. Вот и давай. Встаньте за меня. Ну же, давай. Давай, давай. У нас получится. Тор, молодец. Спас город. Вы что, все в конец обезумели? О, блудный сын вернулся. Вы чуть было не уничтожили Манхэттен! О, какой праведник! Где ты был, когда на земле начался ад? Смирялся со своими ошибками и не делал новых! Ладно, ладно, все. Давайте все успокоимся. Мы собирались сорвать практику АИМ и показать всему миру, что задумал Тарлтон. Его адаптоиды. Они пытают нелюдей и высасывают из них силы. Их облучают почти смертельной дозой темного Терригена. И это только начало. Джорджи готовится к войне. Это еще что? Камала нашла сведения о том, что на самом деле случилось со Стивом. Привет. Каждый герой должен с чего-то начать. Ох. Вы меня помните? Помню. Покажите мне запись. Джарвис? Ты закончил? Я взломал код. Здесь есть то, чего вы не видели. Джордж! Нам нужно отключить реактор. Нас тянет к тепловому сигналу. Я пытался, но кристалл никак не извлечь. Тогда уходи. И закрой дверь. Чего? Джордж, уходи! Нет. Этого не может быть. На капитанский мостик! Чего? На выход! Живо! Нет, 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 нет. Что ты делаешь? Нет, 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 нет! Что ты творишь? Все, хватит. Стой! Нет. Кэп разбил реактор. Должно быть, была причина. Какая? Сотни людей заражены, Над. Многие погибли. Эй, не кипятись. Тони, это вопрос ответственности. О да, Брюс как он есть. Бей своих, чтоб чужие боялись. Тони, сейчас не время... Да ладно тебе. Он с самой встречи в Золотых Акрах мечтал об этом. Скажешь нет? Это наша вина. Общая. Как ты не понимаешь? Я понимаю, что ты веришь в ту брехню, которую болтал на суде. Я считаю, что мы опасны. Ты думаешь, миру будет лучше без нас? Да. С меня хватит. А вы все такие же. Посмотрите. Ей нельзя помочь. Нельзя вылечить. Я провел эксперименты, я проверял ее ДНК снова и снова, раз за разом. Мы с вами создали идеальную болезнь. Минуточку. Это я у руля. Я принимаю решение. Нет. Я за людей, которые сделали меня тем, кто я есть. Прекрати. Не то. В чем дело, Брюс? Ты злишься? Вот в чем твоя проблема. Ты бежишь от себя самого. От своей сути. Может, поэтому Моника тебя превзошла? Да! Я же с тобой соглашаюсь! Этот баннер просто... Эй, не надо! Именно этого и хочет Тарлтон! Лучше не лезь, девочка! Чёрт! Нет, нет, нет! Стареешь, приятель! Или теряешь форму! Я не боксерская груша! Значит,
Все кончено? Я одна. Не совсем, мисс Хан. Джарвис, ты сможешь не дать этой штуке упасть? На какое-то время, да. Рада это слышать. Да уж, конечно, концовка, блин, эпичная, блин, вот пипец, я никак не ожидал, что Брюс поссорит за Стони, что они будут махаться, это реально пипец, и Тор вернулся, это круто, реально классно. Тестовая часть под названием «Возвращение могучего мстителя» завершена, увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, и самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, серия была очень суперской.